На авторитет, на репутацию парламента влияет ряд факторов. И прежде всего, качество работы, качество принимаемых законов, потому что, собственно, принятый закон – это и есть основной, извините за бытовое тоже выражение, продукт деятельности законодательной власти. Мы, конечно, всегда очень внимательно следили за рейтингом Государственной Думы, как он менялся с течением времени, как население реагировало на принятие тех или иных законов, в том числе резонансных законов. И вот здесь одну цифру, две цифры по одному сюжету только назову. Если в декабре 2011 года, сразу после выборов, рейтинг, по данным ВЦИОМ, рейтинг Государственной Думы составлял 28%, то в мае 2016 года эта цифра увеличилась до 46,5%. Это хороший рост, и это довольно такой убедительный показатель.